удалось посетить несколько отделений клиники, отделение радиологии, отделение ядерной медицины. Сложилось очень благоприятное впечатление. На самом деле, начиная с входа в клинику, сложно понять, что это больница. Нет каких-то таких серьезных знаков, что здесь лечат людей. То есть очень доброжелательная атмосфера. Пациенты, родственники заходят в больницу. Нет никаких очередей, что, несомненно, хорошо сказывается на желании пациентов посетить врача и в дальнейшем лечиться в этой клинике. Очень дружелюбный персонал, очень понравился дизайн здания, все продумано хорошо. На всех уровнях больницы, расположение подразделений, хорошая логистика, есть переводчики. То есть удобно для пациента, все сделано для пациента. То есть ориентация на пациента, в первую очередь, это очень важно для любой клиники, когда пациенты захотят здесь лечиться. Обратил на себя внимание профессионализм, квалификация персонала. Посмотрели несколько клинических случаев, достаточно интересные, хорошие результаты. Это касается отделения интервенционной радиологии. Впечатляет возможности клиники, оснащенность, подготовка кадров.